Всем привет! Перед просмотром следующего видео я напомню, что у нас сейчас проходит конкурс. Купите колонку Electronic, любую, снимите ролик, пришлите его нам, и вы получаете 500 рублей и участвуйте в акции. Сейчас сроки акции немножко сдвинулись. Теперь розыгрыш будет 15 января, после, чтобы люди успели Новый год свой заснять. Кто не успеет до Нового года это сделать. А также мы платим деньги за объективный честный обзор. То есть вы получаете колонку, распаковываете ее на камеру, слушаете, говорите в первое впечатление, как вам она понравилась, и присылаете также нам ролик, мы его выкладываем. Всем привет, это предпродажная проверка одной из самых продаваемых колонок в ноябре и декабре месяце. Поедет она в Таганрог за наш счет. Модель называется EL1004 от компании Electronic. Давайте ее откроем, посмотрим, послушаем и проверим. В комплект поставки с этой колонкой идет вот такой беспроводной микрофон. Работает от двух пальчиков батареек. Пульт дистанционного управления. Две мизинчиковые батарейки вставляются. Также идет в комплекте сетевое зарядное устройство, адаптер и инструкция на русском языке с иллюстрацией. Вот так вот она выглядит классно. Снизу два 10-дюймовых динамика. Сверху твиттеры. По центру управления. USB, microSD, проводной микрофон можно поставить. Проверим радиомикрофон. Раз, два, три, работает. И пульт дистанционного управления. Ну, хороший чистый бас, высокие. Все прекрасно работает, запаковываем ее и отправляем в город Таганрог для Эдуарда.